Суть заботы о себе значительно сложнее, чем мы думаем. Потому что непонятно, в чем мы о себе заботимся. Вот человек, например, испытывает тревогу и себя защищает таким образом, воинственно, давая всем по мордасам вокруг. Вот он заботится о себе. Но, с одной стороны, вроде бы да, с другой стороны, он заботится о собственном страхе, а не о самом себе. Или, например, человек эгоистичен. Вот. Ему нужно как можно, чтобы у него все было, чтобы у него все было, а у остальных все не было. Он заботится о себе. На самом деле это он заботится о каком-то мифе, потому что если он так с другими людьми ведет себя, то он теряет социальное пространство, в котором он мог быть счастлив. Потому что счастье дает в конечном счете только настоящие искренние глубокие отношения с другими людьми. Вот. Поэтому сам термин «забота о себе», который возник очень давно, он возник в античной философии, и о заботе о себе говорили Сократ, Платон, Марк Аврелий, Сенек и так далее. Вот. Для них, конечно, забота о себе – это формирование внутренней цельности, ясности, понимания жизни. Вот это подлинная забота о себе. Потому что если вы жизнь понимаете правильно, вы с собой находитесь в согласии. Потому что мы часть жизни. Понимаете? Иначе вы будете себе противоречить в каком-то месте, где сами не ожидаете. И это будет скверно. Поэтому вот это понимание глубокое, это наш путь жизни. Ребенок не может позаботиться о себе. Молодой человек еще не понимает, как заботиться о себе. Человек в кризисе среднего возраста не может позаботиться о себе, потому что он оплакивает самого себя. Это путь. И это путь такой интеллектуально-духовной практики. Путь становления духа. Вот что такое забота о себе.